В лесах Беларуси сохраняется пожароопасная обстановка. Запрет на посещение введен уже в 82 районах. На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в вашем регионе. Для обнаружения возгорания создана специальная сеть наблюдательных вышек и мачт. Решение о введении запретов принимают местные власти. И прежде всего думать о собственной безопасности. Те службы, на которых возложены, они работают в усиленном режиме. Взаимодействие налажено серьезно, приняты соответствующие документы на уровне правительства. И самое главное, чтобы они не оставались где-то у кого-то на столе, а имели реальное продолжение, реальную реализацию. И тогда будет порядок. В целом мы не можем сегодня сказать, что какая-то супер-чрезвычайная ситуация. Она под контролем, регулируется и, в общем-то, надеемся на понимание наших граждан. Из-за сухой погоды также усилен авиаконтроль лесов. МЧС совершает облет по 10 маршрутам. Если в регионе объявлен 4 или 5 классы пожарной опасности, бортспасатели патрулируют леса дважды в день.